плановая позиция, какие у вас прогнозы? Ну, мои прогнозы плохие. Будет все то же самое, что было раньше. Будут массовые фальсификации. Ну, хотя господин Володин сегодня из себя строит такого борца за честные выборы, но я напомню, что 2 месяца назад господин Володин, тот же самый, собрал вице-губернаторов со всех регионов, где будут выборы, и поставил задачу, публично поставил задачу, обеспечить Единой России на выборах, кандидатам Единой России, не менее 60% голосов. Ну позвольте, как так? Чиновник, поставленный под чиновник, ставит задачу, какой результат будет на выборах. Ну ясно же, что если у человека рейтинг близок к нулю, ну как он может получить 60% на выборах? Значит, надо эти проценты нарисовать. И это будут делать. И это будут делать, как бы они говорили о честных выборах, о том, что вот все будет с уважением к оппозиции. Все это вранье, вранье и вранье. Будут фальсификации, будут подлоги, будут вбросы, будут карусельщики, будет все как... Потому что им нужна победа любой ценой. Честным путем они ее уже не могут обеспечить, поэтому будут фальсификации. И выборы будут сфальсифицированы.